Если же так не сегодня у нас потому что в пиджаке еще и прошит показать, что Володя издает. Тепло. Какие? Хорошо. А когда 20 наименований? Да, хорошая брошюра. Хорошая. Вот вчера в магазине я купила молочко и о семье возьму. Возьмешь. Там Андрей покупает, ему помогает. Пауза. Пойдет эти цветочки на фотографии. Вот. Цветочки. Вот так там у них. Это передали служение утром. В туннеле каком-то снежном. Батюшки нет сегодня без священника. Хорошо, хоть еще едешь, а не пешком идешь. Вот тебе в общины нет. В общины есть. Все занимаются своим делом. Знают друг друга. С Володей костюм сняли, ремонтируют. Вот. Протестант, да, конечно. Татьяна Александровна. А ну, они молодцы. Она мастерица швея. Каждый что-то знает, делится. И русская Библия современная. Такое у всех одеяние, порядок, что это. Это же община. Да. А кто-то молится, уже приходит, крест берут. Перевод Кулакова. Защитность, порядок. С праздником, с миром, с миром. Как вы праздник? Ну, конечно. У нас один праздник. У нас лежит крест, говорят, от расстрелянного, наверное, священника нашли там, где расстреливали. И каждый берет его, и каждый прикладывает его куда нужно, здоровье. Тут один приехал, жилы вздулись, операцию, вены вырезать. Ну, приложил только, утром встали, ничего нету. Вот он какой крест Христов. Говорят, это от священника расстрелянного нашли на том месте. Фотографически. На меня действие оказывает. Ну, я тоже беру каждый раз глазам, да везде. Требуется уже помощь. Цветы, я понимаю, тут приехал с Новосибирска один близкий человек. А у него вены на ногах, наверное, знаешь, что такое. Сдуты, вырезать решили-то. Крест вот этот. Приложили вещь, вот там встал, ничего нету. Разгладилось, и больше операции даже нет, и не потребовалось. Мы никто не накладываем. Каждый берет сам. Его происхождение такое нашли там, где священников расстреливали. Ну, видать, с собой был крест. Это Господь делает так. Тут никто на себя лишнего не берет, а тот талант, который есть, тем и служит. Там просили, сделали Любовь, фамилия ее, Тетюшев, да. После операции рак. Конкретно только попросить, верующие. На спасе там бывает уже. Любовь. Вот так. А по центральным программам-то ничего нет вообще? Перед утром рано. У них там все по центральным понятно и одинаково. Все, пока. Сейчас будут заходить и 7 минут молча стоять и молиться. Это вот самый крест. Это вот мои книги. 38 томов книг. Вот представь себе. Если бы не община создать можно, нет, конечно. Все ходили на занятия, вопросы, люди. Сказать, что нет общины, что вообще не имеет понятия, что здесь нет. Это или в каком храме, знаете, вот у нас в городе, где кто-то, чтобы так люди перед богослужением были, не то, что мало или много. Они мне прихватили где-то. Община, я знаю, в Москве, это на Берсеневке, метров 250 от храма Христа Спасителя, игумен Кирилл Сахаров, у него община. Там и общие обеды, и все вопросы. И когда придешь, он сразу же одевает стихарь меня на проповедь. Все, Владимир. Ничего.